Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Через 3 дня, 16 часов, у нас заканчивается сезон. А я, как ты видишь, еще нахожусь на 47 ранге. Мне нужно добираться до 50-го, если я не хочу получить полностью награды. Ну, а пока мы с тобой начнем с прохождения ежедневок. Так, нанесите 20 единиц урона ночным колпаком. Так, выиграйте многопользовательскую игру и выиграйте игру мегавыросшим растением-героем. Давай, наверное, вот это поменяем с тобой. Нанесите 20 единиц урона героем-капитаном Огоньком. Капитаном Огоньком. Так, ну, вначале нам нужно за гриб сыграть, за ночной, ребята, колпак. Ну что, поехали? Подожди, я посмотрю, что за колода вначале. А колода непонятная. Ну хотя, ладно. Оставим пока так, поехали. Надеюсь, у нас все получится. Ох, друзья мои, какой замечательный я себе заварганил чаек. Если бы вы только знали. Так, ну что, в принципе. В принципе, как бы и неплохо, да? Давай это, наверное, заметь. Блин, ну ладно, хорошо, пускай будет так. Мне нужно будет вот эту вот лужайку поставить. И на него вот этот гриб. И с помощью этого гриба начинать как-то делать доборы. Мне достается 31 ранг противник. Как его звать там? Каперкун? Нифига себе название, Каперкун. Вот это, ребята, я, пожалуй, сохраню. В общем, по итогу мне нужно 3, 2, 5 энергии. Слушай, ну 5 энергии это дофига. И еще, ребята, не факт, что он мне даст разыграть вот этот ландшафт. У меня аж сердце заколотилось. Волноваться начал. Ну куда столько-то? Куда мне столько клононасов, друзья мои? Если я сейчас поставлю... Нет, не буду я сейчас пока ставить. И он, кстати, тоже ничего не ставит. Что за каперкун, а? Все-таки не выдержала душа поэта. И он начал, ребята, вот так вот делать. Вот теперь мне хочется. Бомбануть его, что ли, а? Надоел. Так, три. Ты посмотри, смотри, смотри, что делает. Три. Ну, сейчас будем добор делать, друзья мои. Ага. Поехали. Так. И вот так. Не забывай, что, ребята, у него может быть замена ландшафта. Он берет дополнительную энергию. Ага, видишь, что он творит. Ну, на самом деле, меня это не особо пугает. Два бобовых. Ха. Слушай-ка. Два бобовых, друзья мои. А тебе не кажется, что это уже идет какое-то читерство?
Опа, слушай. Слушай, прям вообще замечательно. Так, значит, мы сделаем. Так. Дай-ка, наверное. Все-таки вот так вот я сделаю. Пам-пам-пам-пам. Стоит ли мне так делать? Я думаю, стоит. Тай-на-ри-на-дам, ста-дам. Так. Что ты мне дофига этих-то даешь здесь? Пока все, ребята, больше ничего не могу сделать, к сожалению. Ну почему в блок, блин? Ну почему в блок ты бьешь? Ты что, он хочет здесь бонусную атаку сделать? Ой, ой, ой. Так, ну что, друзья мои, дальше у нас, наверное, пойдет кукуруза в бой, да? Три. Ну, наверное, да. И это все, да? Ёлк, Макарёк, ты посмотри, что нам, у нас тут, ребята. Выползает. Ты серьезно? Так, ну что у него там есть? Я уже не помню, что там у него есть. Но мы его сейчас разнесем. Все. Вот и выиграл колпак. Ребята, нам повезло просто, что у него не было замены ландшафта. Мы с тобой сделали офигенный набор. Как ты уже, наверное, догадался. И у нас было что поставить. Прикрыться мы могли всех превратить в клононасы. То есть вообще без проблем, друзья мои. Ну что, забираем. И теперь нам нужно за капитана Огонька сыграть. И мало того, нам нужно сыграть, нам нужно еще и выиграть. Поэтому поехали. Будем пытаться, ребят. Нам дают 38 ранг. Против нас заразительная сальса. Ой-ой-ой-ой-ой, что же вы делаете-то, ироды? Да ты посмотри. Да, ребята. Ягоду дали. Слушай, ну в принципе ягода хороша. Я не знаю, что у него за способность. Если у него есть капелька, это будет плохо. Что у него может быть? Два танцора, что ли, он может выставить? Или я пока не знаю, ребят. Так. Ты посмотри, что вытворяет, а? Давай сделай так. Все очень, друзья мои, плохо, да? Он может его уничтожить. Ладно.
Давай смотреть. Я надеюсь, он мне все-таки в блок, ребята, пробьет. Ну что я могу сказать, друзья мои? У него ничего не осталось. Блок мы здесь должны... Да, все нормально. Так, эту швабру уничтожили. Ты смотри-ка, а. Что же ты хочешь сделать? Давай сделаю вот так вот, ребят. Так. Ну, я еще клеверок сейчас выставлю тогда. Я просто хочу узнать, сколько он там и чего он может сделать. Мы эту швабру можем с тобой разнести, в принципе, в пух и прах. Верно? Верно. Ну, давай посмотрим. Ну, он остался без энергии, как ты видишь, друзья мои. А у нас, а у нас с тобой, много чего есть. Посмотри внимательно. У меня есть и жаба, у меня броня сработает. Плюс ландыш серебристый, так сказать, выпал мне. Семь, 12 урона нанесли ему. Просто на ровном месте, ребят. Это тебе уже не поможет. Это уже не поможет. Ну, в принципе, все. Хана. Ну что, капитан Огонек выиграл, друзья мои. Выиграл очень даже неплохо. И мы двигаемся дальше. По-моему, задание выполнили, да? Да, два задания. Блин, а капитан Огонек у нас, оказывается, был мега выросшее растение. Ой, подожди, не то. Не то я делаю, ребята. Я хотел... У нас заруза, по-моему, нифига не получалось, да? В последние разы мы когда играли. Как-то у нас все кисло. Причем, подожди-ка. Нафиг мне столько вот этих ландшафтов? Вот объясни мне, пожалуйста, а. Мне надо... Да и вот это тоже мне, наверное, не нужен ландшафт, скорее всего. Блин, перебор. Вот это, наверное, мне не нужен здесь. Так, попробуем, ребят, отыграть розой. Я знаю, что мне нужно делать легендарные задания, но ты помнишь, там остался у нас заморозка, и он меня очень сильно вымораживает. Очень сильно вымораживает. Поэтому киборг 19 уровня. Ну что это? Ну что это? Ну хотя бы так. Хотя бы так. Мне просто интересно знать, на чем этот киборг будет играть. Подожди, а почему не киборг, ребята? Мистер Автомус. Так там же был киборг. Написано было киборг. Автомус какой-то теперь. Такс. Мне дали гриб. Спортак. Честно говоря, я даже не знал, ребята, что его звать Спортак. Главное, чтобы его не Портак звали.
А то, что спорт так, это очень даже неплохо звучит. Я хочу, чтобы он мне нанес урон. Ну что, попробуем? Ему сейчас заклинание применять надо. А я так и думал, друзья мои. Мы все равно нанесем урон, ведь так? Правда, он может нас сейчас раздавить валуном, если он у него есть. Ага, вот так вот он, да, решил сделать? Слушай, ландшафт, друзья мои. Видишь? Есть у него, был, друзья мои, был. Ну что же, нам придется ландшафт менять. Ага, вон у него кто. То есть он пошел за добором карт. Ладно. Что мы будем делать? Давай сделаем, наверное, вот так вот. И вот так. А этого... А этого превратим в козла. О, на него чё? Вкусняшки, значит, да? Блин, ну зачем? Ну почему подсолнух-то, а? Ну я ему не дам, ребята, здесь вкусняшки эти заполучить. Он даже пускай и не мечтает об этом. Такс. Шаманство. На бомбу ему уже не хватит, ребят. А, подожди, бомба стоит 3. Ну, одного кого-то он может уничтожить. Ну, я бы не хотел бы, чтобы получить 12 в лицо. Ага, летучих мышей размещает. Ну, допустим. Это тебе ровным счетом ничего не даст. Ага. Ну что, там может быть вкусняшка, да, все, что хочешь, там может быть, ребят. Факт то, что здесь я заморожу чувачка, потому что козлиная морда попробует меня здесь пробить. Ну, вообще и добор карт. Шикарно. Шикарно. Ну, поехали. Так. Это ровным счетом ничего не меняет, ребята. Отлично. Так, ну что, вот этого превращаем, я не знаю, там, в какую-нибудь помойку. Чтобы добора не было у него никакого. Проскок.
Ой, ребятушки, смотрите, что нам выпало. Это же красота. Мы ему сейчас просто заблокируем все возможности. 6. Сожрать кого-то можем. С самым низким уровнем здоровья. Самый низкий уровень здоровья — это вот у этого зомби. Не хотелось бы, конечно, на него тратиться. Ну что ты там задумался? Ты серьезно? Так. Давай сделаем так. Съедаем, наверное, вот этого. Ставим сюда и ставим вот так вот. Поехали. Ну да, тут, конечно, немножко не очень хорошо получилось то, что это. Но он может меня уничтожить. Смотря, что ему там выпало. Да ладно, он решил сдаться. Друзья, он решил сдаться. Как нехорошо, как это некрасиво. Ну, хотя, ребят, если он понял, что ему полная Алис, то да, лучше сдаться, конечно же. Хотя можно было бы и побороться, мне кажется, ему. Ну что, теперь попробуем сыграть за Бонг Чой. Как тебе такой расклад, ребят? Сыграть за Бонг Чойчика. Мне достается Чак 789. И это у нас... И это у нас бесенок. И это, ребята, у нас бесенок. Начинается, да? Нечего мне поставить сейчас. Как тусенок. Давай смотреть. Не очень, конечно, перспективно. Я бы так сказал, вообще не перспективно. Кто там у него может быть? Да до хрена кто может быть, ребята, у него. Давай так сделаем. Прочерк. Да. Сейчас меня будут потихонечку разносить. Два. Ну и что? Ну, два. Опа. Опа. Поехали. Да епара с этой, ну ты серьезно? И вот как назло, ребята, никакого могилоеда. Хотя бы этого сейчас. Сейчас в лицо еще даст мне. Прокачиваться будет, блин. Наверное, ребята, здесь хана мне.
Ну и что мне тут делать? Ну тут уже все, ребят. Тут уже, наверное, все. Да. Здесь уже ничего не поможет. Видишь, могил не дают вообще, ребят. Ну, это тоже меня не спасет. Что он тут? Истерик этот. Блин, дебил кусок, блин, а. Нервотрепчик. Когда нужны... Подожди, а у нас вообще могилы-то здесь есть? Ну да, ребята, есть две штуки. А ландшафты? Вот это нафига мне тут аж два ландшафта? На неуязвимость. Два ландшафта на неуязвимость. Они мне как бы здесь и даром не нужны. Давай вот так по чесночку. Надо отыгрываться. Ой-ой-ой, подожди, изменить. Я две карты убрал, да? Две карты я убрал. Смысл-то вот от этого. Может быть, вот эту вот лучше взять. Стручок. Стручок, да, стручок, ребят. Ну, вот так вот пока. Как вариант. Поехали. Попробуем. Еще разок. Блин, какой терпкий чаек у меня получился, друзья мои. Если бы вы только знали. Ну вот, твою налево, вот опять начинается. Два ландшафта на 4,5. Выставить никого не могу. Начинается. Короче, я понял, ребята, это на вирусах. А, нет, на прокачках. Так, лихо Ириана начал. Валун есть у него, интересно? Ага, у него не валун. Так, ну он потратил, ребята, эту штуку. Окей. Давай вот так вот сделаем. Но этому он ничего не сделает. О, прокачивает. Хорош. Так, ну что, он в блок будет бить же мне, да? Не выпал блок. Хм. Не стал, ребята, вам ничего делать. Давай так попробуем. Опа, еще один козлик. Друзья мои. Давай так попробуем. Я не знаю, что у него там есть. Ага.
Потратился. Хорошо. Так, ну блок у нас пока работает, да? Блок пока работает, ребят. Сейчас немножко проблема в другом, ребят. Кого он сейчас поставит? Опять поставит козла, да? Животные? О-о-о. Вот оно, значит, как. Ну что ж, давай. Ну с картами-то у него проблема, я смотрю, да? А у меня, ребята, проблема... Не только с картами. Как ты думаешь, у него есть там что на ландшафте? Черт подери. Угу. У него сейчас хпшки наверняка, ребята. Хилка здесь, скорее всего, выпадет. Угу. У него там, скорее всего, выпадет хилка, да? Посмотрим. У меня не было еще бонусной атаки. Ой, блин, нафига я так сделал? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребята. Ой-ой-ой. Ну что, орех? Остается только орех, ребят. До свидания. До свидания. Да, я, конечно, вот с этим вот. А хотя, с другой стороны, если бы он сюда не сдвинулся, бы мой орех бы здесь, ребята, не проканал. Понимаешь, да, о чем я? Так, ну что, давай попробуем. Как я гляну на эту заморозку, у меня же, ребята, дурно становится. Давай попробуем сыграть теперь за бесенка. Так, я, ребята, с вашего позволения чайку налью. Свежего, свежезаваренного, так скажем. Такс. И у нас бабах, собственно, персона здесь. Воздержусь пока. И он воздерживается, да? Ну, давай я вот так вот сделаю. Будет ли он уничтожать бомбочкой или еще что-нибудь? Серьезно? Ну-ка. Кого он там хочет клонировать?
Так. Ладно. Так, уже интересно, ребят, становится. Так, наносит и урон. У него еще ягодный микс? А, нет. Поехали. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-думс. Ну что, пирата ставим? А вдруг у него... Ну давай сделаем так и вот так. Поехали. Значит, у тебя нету, парень, могилоедов, да? Насколько я понимаю. Могилоедов у него нету, а может быть и есть. Перемещает его куда-то. Так. Даже не знаю, ребят, ну, наверное. Ну, вот этого только замораживать нам придется. Поехали. Но не забывай, что у него, ребята, есть бомбочка. Ну, я имею в виду бабах. Бабах у него есть. И как мы видим, бабаха он ставить не стал. И остается у него 4 хп. Мне интересно знать, что он сейчас может здесь сделать. И как он будет поступать. Если он взорвет этого... Ага, вот что он делает. О, друзья мои, друзья мои. Что я вижу здесь... А вижу я следующее. Погнали. Хм, прекрасно. Просто идеально, друзья. Плюс у нас с тобой есть еще и ландшафт. Но я сделаю, наверное, вот так. И вот так. Плюс еще вот так. И сейчас мы посмотрим, что он будет здесь делать. Хорошо. Уничтожил. Это меня не пугает.
И это тоже меня не пугает. Все, ребят. Выиграли. Тут у нас хорошо получилось разыграть картишки. И то, что у него могилоед появился в поздней уже игре. Если бы это было на ранней стадии, наверное, бы у нас не все так весело было бы. И потратил он свою бомбочку вот эту всего на двух сильных персонажей. То есть на заморозку. И... блин. Ой, Роза, ё-парсеты, ребята. Роза. Ничего хорошего от этого не жди. Тем более, когда Роза 50-го ранга, это уже говорит о чем? О чем это, ребята, говорит? Да много о чем говорит. Так, он решил лечиться, да? Он решил, друзья мои, хиляться. Да рикошет над грубе. Да пускай тратят, мне все равно, ребят. Кукуруза. Если он поставил, ребят, сюда кукурузу, значит, у него есть большая. Будет большая кукуруза, получается так. Будет ли он превращать? Не знаю, посмотрим. Он может заморозить его. Но ты не забывай, что у нас... ага, вот, он тратит, ребята, самое сильное заклинание у Розы — превращение в козла. И это хорошо. Он мне пробивает в блок. И там уже все зависит. Что, забирает этого? Забирай. Угу. Ну давай я так поставлю, фиг с ним. А вот теперь, друзья мои, самое интересное. И вот тут он призадумался. Стоит ли мне выставлять карты? Он так думает. Этот стоит 6, да, патиссон. На патиссон ему не хватает. Вот что он делает, смотри. Ну ладно. Что дальше? Хиляется. Дальше что? Там будет кукуруза, я тебе говорю. Он будет, ребята, он хочет кукурузу сделать. Поехали. Давай сюда, 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 зомбика. Хотя, так тоже неплохо. Вот как думаешь, могилоед есть у него? Или нет? Давай проверим. Здоровье не восстановить, потому что... ага, видишь? Еще делает. Тюнь-тюнь-тюрин-тюнь-тюнь. Давай так сделаем. Поехали. Сделаю вот так вот. И вот так. Угу. Блин, Мак, ну почему ты выпал первым, а?
Блин, ну он спокоен, ребята, у него 20 хп. И я знаю, что он ждет. Паттайю. Если он начнет выставлять паттайю, это будет трэш. Сейчас еще и в блок моему сработаем, да? Не стал тратить. Ну ведь паттайя у тебя ведь так? Гаденыш ты такой. Я не поверю, что у него нет ее. Она должна быть. Так, он потратил розу, да? У него остается что? У него остается заморозка. У него остается минус 2, минус 2. Терновый куст. Ну что-то вот что-то из этого. Но ты не забывай, что он может также еще одну кукурузу поставить. Он может хильнуться, поставить кукурузу, потому что у него 8 этих. Он может прокачаться. Да дофига тут чума. Вариантов, ребята, куча. Но, скорее всего, паттайя у него есть. Или патиссон. Ребята, я вам о чем? Я вам о чем говорил? Что паттайя у него есть. Поехали. Так, и я больше уверен, что у него, наверное, и еще есть одна паттайя, ребят. Если он ее поставит вот сюда. Вот сюда вот. Если он ее поставит, то мне хана. Так, он опять хиляется. Кукуруза у него. Ребята, у него кукуруза. Угу. Нет, не кукуруза. Нет, все-таки кукуруза, ребят. Угу. Кого он бомбит? Этого, да? Фигово, ребят. Очень фигово, друзья мои. Да какого ты хрентуса-то делаешь, блин? Ай, чел... Этого заморозит... Ну, даже если он заморозит, вы что? Все, ребят, хана. Минус два у него было. Ты сам видишь, что происходит. С розой, ну, не знаю, ребят. Немножко нереально. Он выждал, он дождался вот этих кукуруз всех. Выставил их. И разыграл. Причем всех, ребят. А по идее, мы должны были его обставить. По идее. Но у нас не вышло. Хорошо, мы играем против Бонг Чоя. Пилов Нольд. Блин, ну нафиг вот этих-то, блин, мне. Хотя, с другой стороны, мы, если вы даже выставим их, у него два урона по земле наверняка есть сейчас. И либо добор карт. Начинает он с орехов. И так сделаем. Неуязвимость, наверное, возьмет или что? О, даже как. Кхм.
Куда ты у меня прыгнешь? Сюда. У него может быть два урона по земле, так ведь? Давай я так сделаю. Сейчас будет делать доборы. Мне бы кровожадность бы, если бы я поставил бы бочку. Ну и кровожадность на нее поставил, было бы вообще шикарно. Мы бы с тобой разнесли бы тут всех. Ну, правда, своих, конечно, бы тут почикали бы, но... Неужели у него нету? Так. Ой-ой-ой, не то. Да ты издеваешься, блин. Сейчас еще в блок моему, да, звезданем. Ну что он сейчас будет? Сейчас будет прокачиваться. Ты заколебал, а? Угу. Что у нас получится-то? Блин, жрачки, дофига толку-то. Неужели у него бонусная атака, а? Или бомба? Ты собака, ты посмотри, а. Друзья, что делает? Мне надо найти, наверное, вот здесь все-таки урона больше, да? Получается, и вот так сделать. Просто жопу надо было прикрыть. Но я, по-моему, не прикрою. Он сейчас неуязвимость или бонусную атаку сделает. Одно из двух, ребят. А вот это меня немножко удивило. А почему он не сделал бонусную атаку? Че он же... Че он тут мутит? Ай, ребята, что-то он тут мутит. Как мне лучше сделать-то? У него два урона по земле. 100% тебе говорю. Да ну, это какой-то бред. Я же тебе говорил, бонусная атака есть, ребята, у него. Ну, правда, не такая, которая... И вот это у него есть. Все, короче, мне хана. Я пытался, ребят. Я пытался все, что мог сделать. Ну, видишь, не получилось. Короче, бесенок здесь... Бесенок здесь меня подвел, ребят. Причем две игры к ряду. Попробуем за разгрома сыграть.
Надеюсь, за него у нас получится лучше. Да ёпрст, опять роза. Ну, все, это сразу хана, ребят. Когда достаются нам розы на куче навоза, тут ничего хорошего нам не сулит. Ага. Ну что, будем смотреть, ребята? Заморозка есть у него или нет, как думаешь? Тут одно из двух. Либо заморозка, либо превращение в козла. Либо минус два, минус два. У него минус два, минус два, ребят. Ты посмотри, а? Минус два, минус два, ребят. Ну... И трындец. Блин, даже это говно мне никак не заварить. Да чё ты... Я в шоке, ребята, блин. Я в шоке просто, чё творят. Чё делает, а? Поехали, блин. Ты издеваешься, да? Ну, погнали. Так, пока ничего не будем применять. Как мне здесь... Как мне здесь быть? Разгром твою налево, блин. С этой розой долбанной, блин. Как она меня вымораживает просто. Ты издеваешься сейчас, блин? Ты 33 гриба, блин, тут нахапал, а? А все тут кранты, друзья мои. Получается, да? Пу-бум-пу-бум, да? Поехали. Мне же сейчас край. Да не надо, блин, вот этого вот. А что я тут сделаю? Все, по-моему, друзья мои, тут... Я ничего не могу сделать. Всего дофига. Кто бы мог подумать, что вот это вот дерьмо здесь появится, гриб этот. Три раза подряд я проиграл, да? Давай за разгром попробуем ему дать шанс, от, ну, как бы, отыграться. Видишь, кто знал, что у меня, у него будет минус 2, минус 2. Если бы у него хотя бы была бы заморозка, я бы, может быть, ребята, здесь немножко по-другому бы разыграл. А у него, видишь, минус 2, минус 2, и он мне сразу же ботанку уничтожил. Не надо было мне ставить напротив. Напротив подсолнуха. Ну ладно, что было сделано, то было сделано. Так. Этот, ребята, у нас на орехах. Да? Хм. Давай так сделаем.
Так, вытягивай две карты. Ну что, друзья мои, тогда это применяем сюда. Вот это вот. Неужели он хотел на прочерках разыграться, а? Не, серьезно, что ли, на прочерках? В блок мы ему еще, блин, бьем. Сейчас сожрет вот этого. А, нет, он может сожрать только этого. Так, ребятушки, интересно. А бомбочки у тебя нету? Бля. Ну ты посмотри, а. Все, хана, ребят. Прикинь, ну... Молоток, я этот молоток, ребята, уже 1000 лет не видел в игре, чтобы им кто-то пользовался. И мне достается 46 ранга, который использует этот молоток. Все. Использует молоток и уничтожает мне этого. Офигеть просто можно. И офигеть, встать как-то, лечь и не встать, блин, как там это говорится, я уже не помню, блин. Я же на нервах, ребята. Уже не знаю, какую чашку чая пью. Просто на нервах, ребят. Давай вот так вот поставим, пока. Ну, чё там? Побежал за энергией, да? Пожалуй, я, ребят, даже не успею, наверное, 50-й ранг получить. До конца 3 дней. Судя по тому, как мы играем, блин. Вот почему у меня за кадром, когда я играю, и причем на планшете, у меня намного лучше получается, чем когда я играю вот так вот. Я не знаю, с чем это связано. Я не знаю, ребят. Может быть, поменьше разговариваю, побольше сосредоточен, или я не знаю. И опять мы ему сейчас в блок, блин. Опять мы ему пробьем сейчас в блок. Он... О! Вот это вот плохо. Что он может за 5 энергии выставить сюда? Ландшафт этот надо менять. У меня есть как раз. Это он будет ставить. Как она? Молекулярку, ё-моё. Скорее всего, друзья мои. Скорее всего, молекулярочку он хочет бомбануть. Да-да-да-да. Скорее всего, друзья. Скорее всего, это будет именно молекулярка. Слушай, тебе не кажется это знакомым? Где-то я уже такое видел, причем недавно. Сам себе запорол, да, парень?
Но они прокачаются сейчас на одну единичку. 1 плюс 1 будет 2. Сейчас что-то будет очень плохое, ребята. Что-то чувствую будет. Он не оставит ее в покое. Угу. К чему он подготавливается? Не дай бог у тебя бомба есть, а? Нет, у него не бомба, ребята, у него... Хотя зачем он сюда ее поставил? Да. Разгром, как думаешь, нам повезет или нет сегодня? Ну тут понятно, тут блок сработает. 6,6, 12, да? Все, он сдался. Кукуруза. Вот для чего он ландшафтик, ребят, ставил. Вот для чего. Он хотел кукурузу туда влепить. Ну и да, тогда был бы тут, конечно, немножко другой разговор. Если бы кукуруза бы встала бы на дыбы, ну, ты представляешь, 2 по 4 урона. Восьмеру только в путь. Забивая, там бы никто не помог бы мне вообще. Тут, ребят, флакончик этот нужен будет. Как ни крути. Горошина есть? Сейчас влепит мне. Нет, ребят, у него... У него немножко другая халабуда там стоит. Вот этот флакон нам пригодится. Все зависит от того... Давай так сделаем. Сорок первый ранг все-таки, друзья. Но у него должно быть какое-то усиление или что-то в этом роде. Он не может просто так их взять Бонг Чоя, да? И поставить этого шпиониса, или как он, шпиориса. Блин. Блин, блинский. Блин, 2 флакона, ребят. Он сейчас будет аккуратничать. Он же способность никакой не потратил, да? У него что-то есть в кармане. Либо заморозка.
Так, ребята, убираем этого отсюда, да? Стоп, 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 стоп. И вот так вот. Вот сейчас мы ему точно в блок, ребят, попадем. Смотри, бобовые. Опа. Ну что, попробуем? Что у него может быть? У него может быть заморозка надгробий. Вот же, прикинь, ты прикинь, он эту горошину до последнего, ребята, держал. Он держал эту горошину, гад, до последнего. Ну, охламон. Ну ты охламон, а? Ребята, до последнего он держал эту горошину. Представляешь? Ну ладно. Я понял, что он хочет, ребят. Он не хочет, чтобы я хильнулся. А я хильнулся. Опять у него звезда, блин, а? Ой, не повезло тебе, парень. Так, мы сейчас куда? А, он сейчас заморозку, ребят, наверное, включит. Скорее всего, замораживает меня. А рикошетик тратит. Твою налево. Немножко не того-то убрал, конечно, мне. Сдался. Но тут, если честно, я не знаю, ребята. У него наверняка должны были вот эти звезды, которые ему выпадали. Они должны были выпасть ему под бонусную атаку. То есть он выставляет звезду, и после этого он делает бонусную атаку. Вот почему ему, как говорится, не понравилась моя... моя защитница, которая стояла. Ну, тут уже, ребята, уже будет похуже, потому что тут 50 ранг, и я думаю, что халявы здесь уже не будет. У тебя нет такого ощущения, что халявы здесь не будет? Что он может сделать? Он может сделать заморозку, да? Смотри, что творит. А я, ребята, хотел кое-что тут сделать. Перемещает. Что он может сделать? Он может сделать, ребят, заморозку, так? Поехали. Но этого он не заморозит однозначно. У него не получится. То есть просто карту хочет вытянуть. Короче, на следующем ходу, ребята, я уничтожаю их через вот эту вот.
пытаюсь, по крайней мере, уничтожить. На воде. Как думаешь, много он вытягивал, а? Флакончик. А чё это так долго замороженный-то, блин? Как ты меня достал, а? Смотри, смотри, что вытворяет. Давай сюда еще поставь. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам. Ну что у него может быть, ребят? Ну заморозка, наверное, я так понимаю, да? Но только заморозка у тебя осталась. Блин, рикошет. Только не надо вот этого, пожалуйста. Все, ребята, это уже специально. Ребята, ну почему он убрал именно вот этого-то? Я никак не понимаю. Вот я тебе серьезно, я тебе говорю серьезно. Это как специально. Почему не вот этого, не вот этого, а именно вот здесь вот. Это что специально? Эта игра просто меня, блин, доколупывает вот этим вот. Она же убирает рандомно. Почему не кого-то другого? Именно этого, блин, уничтожила, убрала. Ну как тут бомбить не будет, ребята? Ну как здесь будет не бомбить? Ну согласись, ну это хрень полная, блин. Блин, у меня уровень кортизола уже повысился, ребята. Это, блин, стресс, ё-моё. Самый настоящий стресс. Мне даже чай не помогает, ё-моё, который должен помогать. Ё-просота. Просто. Я в шоке от этого всего, ребят. Я просто в шоке от всего вот этого, что тут происходит. Как думаешь, проканает или он его сожрет? А зачем ему съедать? Вон у него есть еще. Хильнется сейчас. Поехали. Угу.
Угу. Короче, это у нас нахилак, да? А ведь броня нифига не сработала, ребята. Это отсюда убираем, да? Ага. Даже так? Так, ну что, мы хильнемся, ребята, хильнемся. Как думаешь, доживем мы до разгрома с тобой? Ой, до вот этого. О! Лишь бы не было бомбы. Чего творяет, друзья? Куда? Только не на воду, пожалуйста. Нет, вот тут ему обязательно надо на воду поставить. Ну ты понимаешь, ему надо обязательно, блин, поставить на воду, блин. Ты издеваешься, что ли, надо мной, блин? А куда я? Чего я могу? Три или... Растение три или меньше. Да нет, тут, конечно, ребят, не получится уже ничего. Единственное, что если вот сюда упадет... Тогда да. Но не более того. Сейчас посмотрим, куда зомби прыгнет. Давай вот сюда, вот, вот сюда вот ставь. Друзья, как можно играть? Вот так вот, как можно играть, когда игра, ну, просто против тебя идет? Ну, ну как можно играть? Уже два раза, блин, два раза не туда, блин, падает этот, блин. Меня это выбешивает просто, просто выбешивает. Ладно, ребята, последний бой и будем закругляться, потому что время уже 6 часов утра. Уже голова не соображает, да причем здесь даже голова не соображает, блин. Ты же видишь, ну просто элементарное невезение, ребята. Ну невезение, не что-нибудь, а именно невезение. Ну, у него, наверное, еще один кактус есть, да? Конечно же. Конечно же, ребят. У него еще один кактус. Этому... Я пропущу. Да хоть ты тут заувеличивайся, я все равно тебя уничтожу. Все? Даже так сделал. Убираем его просто-напросто, ребята, с поля боя.
Ну а что мне еще оставалось делать? Мне надо как-то было задницу свою прикрывать. Вот я и прикрыл, ребят, ее задницу, блин. Целая куча гаргантюа. Сейчас посмотрим на могилоеда его, ребят. Собака. Ну ты псина, а. Ну ты псина. Бомба у него, наверное, есть, да? Конечно же, друзья мои, конечно же у него есть бомба. А мы, кстати, у него сейчас все бомбы-то с тобой выключаем. Да? Да ничего себе ты, парень. Опа. Кто у него? Ты посмотри, а? Ты только полюбуйся, ребят, кто у него здесь? А вот теперь самое интересное. Мы с тобой делаем вот так вот. И вот так вот. Сдался. Ну... Да, здесь бета-каротин подвелся. Подвелся, ребят, по полной программе. Ладно, друзья мои, давайте мы, наверное, сегодня закругляться будем. И увидимся обязательно в следующей серии. Я не знаю, наверное, за кадром я все-таки набью полтинник в более мягкой обстановке. Потому что, когда я проигрываю за кадром, я так не нервничаю. А тут прям меня бомбит. Ну, ребят, ну вы увидели сами. Все на ваших глазах было. Уже два раза не везло. С картами постоянно какая-то фигня. Нужные карты есть в колоде, но они не выпадают мне в процессе игры. Ну, видимо, вот такой у меня рок. И надо будет потом нам как-то добить вот эти задания за заморозгой. Меня аж прям трясет, как я только о нем думаю. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.